44 региональных проекта, части национальных. Столько действует в регионе в этом году. На воплощение в жизнь серьезная сумма – больше 16 миллиардов. Но все ли проекты перешли из стадии обсуждения в стадию исполнения? Вопрос обсудили на уровне губернатора. С начала года заключение контрактов, теперь переход к их исполнению. В регионе 44 проекта, часть национальных, утвержденных президентом. А соответственно и подход к программам должен быть не номинальным, подчеркнул на заседании губернатор области. Александр Цибульский также отметил, на реализацию всех мероприятий в этом году направлено больше 16 миллиардов рублей. При столь внушительной сумме и темп работ должен быть тождественный. Неоднократно и мы с вами обсуждали, и самое главное, президент нам ставил задачу, что национальные проекты реализуются не для того, чтобы на бумажке достичь каких-то показателей. У нас с вами есть задача перевести в цифровой формат социально значимые услуги. Вот этот вопрос прошу обсудить с министром, если нужно, необходимо мое дополнительное участие в этом. Скажите. Среди приоритетов этого года, помимо здравоохранения и возведения соцобъектов, региональные проекты «Чистая вода», «Жилье», «Сохранение лесов» и «Комфортная городская среда». На сегодня заключено 427 контрактов почти на 11 миллиардов рублей. Большинство готовящихся документов будет подписано в третьем квартале 2021 года. Нередко заключение контракта затягивается из-за прохождения государственной экспертизы или проверочных процедур, но, по мнению главы региона, этот процесс может быть более динамичным. Надо находить решение, исходя из тех реалий, которые у нас сегодня есть, а не исходя из, значит, фантазий, которые мы себе придумываем. Поработайте с подрядчиками, посмотрите, разберите детально цену каждого контракта, цену стройматериала, поймите причину удорожания и так далее. Вот в чем задача перед нами стоит. На заседании проектного комитета Александр Цибульский поручил руководителям профильных министерств подготовить важный для региона перечень вопросов, ускоренное решение которых требует совместной работы с федеральными ведомствами. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29.